Уход за кожей тела, он не менее важен, чем уход за кожей лица. Он должен быть регулярным, он должен быть правильным. Вообще такой уход позволяет оставаться коже молодой, эластичной, избегать сухости. С такими задачами справляются такие косметические продукты, ну вот как молочко для тела. И у меня вот в руках вот такое молочко для тела, это Нормафлор. Оно изготовлено в Абис Органик, это в Кольцово, город микробиологов. И данное молочко в своем составе имеет молочные белки, там же находятся пробиотики, то есть те пропионовые бактерии, которые в норме должны быть на поверхности кожи. Гели для душа у нас имеют щелочную основу, и чтобы нейтрализовать вот это вредоносное воздействие щелочи на именно кожу тела, используется вот как раз молочко для тела. После душа поры кожи распарены, и они способны воспринять вот эти питательные вещества, которые находятся в данном молочке. А здесь у нас молочные белки, есть глицерин для увлажнения, есть также масло кхи для питания, поэтому это молочко будет питательное, увлажняющее. Здесь нет никаких силиконов, здесь нет никаких парабенов, и его использовать очень легко и приятно. Включите его в свой ежедневный такой рацион ухода за кожей, и ваша кожа ответит вам взаимностью. Она будет эластична, она будет способна вырабатывать собственный свой коллаген, эластин, она будет напитанная, сухой, никакой сухости, вот именно то состояние, которым она и должна быть.